Привет, пацаны, еще раз. Сегодня также 26 число. Значит, поехал. Второй раз за этим же бульдогом, который с утра навис, отпер. Сейчас отзвонились, короче, он все уже закончил. Там видео уже обрабатывается, он все. Первые два видео. Вот, камера вот такая вот. А был вопрос. Вот такая вот камера. Все, погнал на работу. На улице уже минус 8, утром было 22, пошло потепление. Приехали сегодня к дяде Феде опять. Так, заведем мы его сразу сейчас. Стоит. Так, обнулю-ка я его. Трипы 0. Файл. Такой расход обнуляем. И посмотрим вечером, приедем, посмотрим, какой будет средний расход солярки в баке, вот столько. Ладно, все, трогаем. Время 4 часа на заправку. Короче, на Сибнефти там жопа полная, но по заправке, короче, заеду я сейчас на вот эту заправку, она называется 7 ключей. Вроде как автобусы все тут заправляются. Вроде нормально, хер его знает. Посмотрим сейчас. Цена такая же, как на Лукойле. Машин тут нет, блядь. В общем, короче, на 2500 заправляюсь. Название заправки. Семь ключей называется. Это на автомагистральной, короче, она находится. Контейнерная там и так далее. Но там на Сибнефти очередь вообще капец. Потому что надо побыстрее этот забрать оттуда, пока час пик не начался. Вот уже 2200. Короче, 2000 взял из своих, а 500 рублей из кассы. Так, вот солярки в баке, вот столько, чуть больше четверти. Все, выезжаем на вис. Вот мне вот такие телеги нравятся, автовозы, блин. Трехосные, на больших колесах. Продан старенький уже автовоз там, блин, под скамеечкой, но большой, длинный, много входит. А мы едем на виз за этим бульдогом, блин. Сервис, короче, опять сегодня отбой. Завтра Леня сказал, если что, говорит, позвоню, если у меня время будет. Я говорю, я откуда знаю, завтра вдруг у меня опять какие-нибудь заявки. Короче, блин, никак машинку свою сделать не могу. Вот. На улице потеплело, говно поплыло. Говорят, до плюс 2 будет. Ну, это зима, что.
в Екатеринбурге, бля. Она всегда такая. Новый год в дождик встречаем, бля. Вот стоим все-таки. Пробки мы перед этим карнавалом, блин, на мосту. А это вот у нас здесь Транссиб. То есть отсюда Москва. И пошло Владивосток, Пекин. Туда, по этой ветке все ходят. Не по этой, где вот поезд пошел, рефрижератор, а вот рядом, который вот четыре ветки, вот посуда. А это куда рефрижератор пошел, это на Нижний Тагил. Вот нам надо поворачивать вон туда, на светофоре направо. А поворачивать мы будем вот с третьей полосы. Поворотник включенный уже давно, но им все по барабану. Все по барабану. Все повернули. Там бабы, блин, все нахрен. Ничего не поняли, что произошло. Все задом начали сдавать. А здесь тоже надо выделываться, блин. Ужас какой. Вот как, блин. Сюда и вот сюда надо поворачивать. Вот пробки, блин. Откуда они тут все взялись, блин? Вот ты че, сукчонок, блядь? А? Хуево, блядь. Поворотник-то что, зря что ли включенный, блядь? Заехали на завод. Загрузиться загрузимся, но, блин, как отсюда выехать? Это жопа полная. Там, блин, все пробки забиты. Через вторую проходную мы вообще выскочим. Нам даже налево не повернуть никак. Уралмаш. Там, блин, а если по объездной там тоже вставай, там калина, блин. И все, и, короче, ехать только... сюда, а здесь, блин, стоять в поворотах, в этих, в разворотах. Это пиздец, короче. Бульдог что-то там работает, что ли, еще? Вот он здесь, возле стены. Ну, я так понял, что еще работает. Но мы-то уже здесь. Стоим. А он еще даже не думает ехать. Вон он. Он еще толкает там все, блин. А здесь машины ставить нельзя. А куда ее спрятать? Ну тут поставили. Телега, как обычно. Вирусы, блядь. Никак не могут. Надо Касперского, что ли, поставить сюда. Запищало он там все. Надо компьютерщика, наверное, кой. Шучу, конечно. Пойду узнаю, что там, блядь, с бульдожком. Холодно, блин. Вот мы уже подходим здесь. Фу, как тут воняет. Он еще работает здесь. Толкает всякую байду. Это вот они в камнях ебаных. Хуя, блядь. Я обещаю тогда. Говорить или что? А хуя вас так, он и водя разорванный лоб у вас. Что-то сварщики были, а хуй знает. Они такие булыжники, блядь. Движок, блядь, крас нахуй. В масле весь, блядь. Заезжаем. Сука, ветер какой пиздец.
Давай без остановки. Все, загрузились. Да то вообще удобно. Куда широкий? И он весь ровный, весь плоский. Так, время 15.06. Выезжаем на базу Машевскую. В общем, короче, и здесь, блин, все закупорено. Как они эту хитрую дорогу знают, блин? Все тут заставили. Сейчас вообще жопа, блин. Где, что, как, надо. Туда-обратно бесполезно выезжать. Охранник. Вон что тут, блин, в два ряда. Туда сейчас не повернуть налево-то. Все. Видишь, что? Видите, дом такой, чтобы не пускать. Там же, он, видишь, что? Не все здесь, блин. Хуй, мы проедем там, нет? Нет. Там. А я хуй знаю. Там, видишь, эти бугры, блядь, можем сесть на бугры наши. А, хер с ним, поедем тут что. Все, выходим. Все, тут закупорились наглухо. Нет, вот надо вперед немножко, понимаешь, все равно сдать. И этот тоже вперед надо, блин. Давай, давай. Давай еще немножко вперед, блин. Вдруг проедут. Да, вдруг заберутся кто-нибудь. Еще по телефону надо ответить. Срочно. Блин, что делать? Надо влезть обязательно, зацепи, блин. Зацепи кого-нибудь, зацепи, блядь. Я прям посмеюсь. Все, поток пошел. Только не туда, все, поехал. Сейчас то девятка вон та встала. Раз. И все, блин. Все встали. Там не очень много машин так-то. Тут все, видишь. Тот сейчас думает, куда. Им сейчас назад сдавать, это опять до конца туда. За пробку. Все, он пошел сдавать. Хотел наебать, но не получилось. А. Мусора еще, блин. Мусора по встречке пошли, а ну видишь? ДПС, блин. Что-то ему там сказал, высказал и поехал. Буксуют, что ли, стоят? Все равно лезут. Один, второй.
Ай, блин. Как дети, ебого. Что мне поворота надо много, блин. Тут залезли, там залезли, блядь. Один хуй один, сука, залез кто-то, блядь, сюда, видишь? Сейчас я тебя нахуй тут припечатаю, блядь. Охуенно, сука. Вот все равно же вместе доедем до перекрестка, все равно, блядь. Народ, переходи или что? Будете переходить-то, нет? Нахуй не их там пускают, блядь. Не, ну одно дело отсюда со стоянки, да. Но если он объехал эту пробку, блядь, то нахера его там пускать тогда? О, притык проходим. А, по встречке нахуй пошли, блядь. Травы ебаные. Вот они какие, блядь. Там вон вылезли, блядь. Дави их нахер. Гони их назад всех, блядь. Ну и все, я сейчас не проеду. Куда ты на газели, блядь? Джип не может проехать, ты лезешь нахуй куда-то, блядь. Чего ты, блядь? Чурбан, блядь. Надо было ночью вывозить его отсюда нахуй. Конечно. Или днем, или ночью. И днем бесполезно тут, блядь. Тоже. Заправки кто-нибудь сюда повернет, и все. Короче, на Татищево тоже знак поставили, разворот запрещен. Пришлось, блядь, почти до Краули доехать, чтобы развернуться. Вот здесь под стрелку. И обратно туда, на Уралмаш ехать. Вот этот вот мудозвон на Икарусе, блядь. Вот только, сука, что-нибудь скажи, блядь. Полный автобус Чурбанов, блядь. И он сам Чурбан тоже. Блядь. Пиздец, нахуй. А хули они правила не знают нихуя, блядь, вообще. Там один. Автобус-то, блядь, какой-то хер знает, блядь, где его взяли. Ну, вот, добрались до машинки. Время 6:30. Здесь пробок больше быть не должно. По словам, расследование должно коснуться также обстоятельств гибели российских детей при передаче иностранным усыновителям. В свою очередь, сенатор Якутии Вячеслав Штыров предлагает уже весной рассмотреть закон. Вот у нас инвалиды, блядь, на оффроуде ездят, нахрен, на УАЗике. Значок инвалид на стекле, блядь. Вот добрались до фронтовых бригад.
Время без 5:07. Выгружаемся. Блин, сегодня, наверное, поставим новый рекорд расхода топлива. Больше сотки литров на 100 километров. И чикенген целый день сегодня горит. Ходом без остановки, без остановки, ходом, пошел. Давай, разгрузились. Так, вот смотрим. Чикенген сегодня целый день горит. Проверяем диагностику. Смотрим. Две ошибки. Вот она, баропресс. Давление. А это ошибка. Брейк АБС. Вот этот трактор горит. А это вот чикенген загорел, эта херня. Парапресс, блядь. И все. И смотрим топливо, расход. Файл. 106 литров на 100 километров. 29 литров съедено. 27 километров пройдено. Все, погнали на базу. Пробки стоять, вернее, еще. Вот стоим в пробочке обратно по Шевской. Она хорошо быстро двигается. Правая полоса быстрее двигается, и вот эти вот сразу начинают перестраиваться. Вот добрался до веера. Тут вот уже без 28 пробок нет. Сейчас быстро доедем. Здесь вот бывший пост ГАИ. Вот он здесь, вот видно его. Бывший пост ГАИ 70-х, 80-х годов. Там дальше ничего не было. Это уже дорога была на Нижний Тагил, на Невьянск. Старая. И вот она через Кышму шла. И вот здесь вот всегда, вот когда выезжали, и все шофера думали, остановят, не остановят. А мусора тут всегда стояли, блин. Взятки были рваный, трояк, пятак. Вот такие были взяточки. Это реакция одного на другое? В основном рубль, блин, штраф. Взятки. Ну и платили тоже, как бы, это... Если штраф выписывают, там, допустим, какую-то сумму, рубль там, то платишь прямо на месте, тебе квитанцию дают, все. Когда говоришь, что не надо квитанцию, ну это еще было в 2000-х, по-моему, тоже. Но я-то помню, когда вот с отцом ездил вот здесь, там вот заправка газпромовская, она раньше была государственная. По талонам заправляешь, отстоишь в очередь, еще по 40 литров давали, блин. Целый день крутишься по кругу, заправляешься по 40 литров, к вечеру полный бак. На следующий день поехал, съездил в рейс, вернулся, на следующий день опять. Целый день катаешься по заправке, блин, по 40 литров собираешь. Тем не менее, с наступающим, Николай Крымский, журналист, был гость. Были времена, были. И машины были, КамАЗы. Новые, ну старые в смысле, но новые они были. МАЗ-500, никаких суперов не было, ничего. ЗИЛ-164, ЗИЛ-130, газоны. И вот такая вот техника. Полуприцепы, панелевозы. Никаких фур не было, ничего этого. Все фуры были, это вон в Краснодаре, Алки. Можно понимать, что это был... Классный светофор, блядь. Это по-разному можно понимать.
случае начальником главного управления подписаны материалы служебной проверки. Зеленый плавающий, блин. В этих материалах подписано на увольнение. По остальным жесткие меры административного действия. Мусоров-то уволили, которые живой щит-то сделали в Йобурге. Ох, она. О, блин, ближе к дому чикенген погас. Что с расходом? 95 литров на сотню. Блять. Вот опять, значит, поворачиваем направо с левой полосы. Поворотник включен давно. Им по барабану. Повернули, блядь. С горем пополам, на. С визгами, с писками, блядь, но повернули. Вот, блин, понаставили машин, нахуй. Администрация бастующего Российского государственного торгово-экономического университета не призывает студентов к противоположному. Вот, блядь, тупые, сука. Будет сидеть до конца, блядь. А я тут буксовать, блядь, должен, нахуй. Все вроде убирается. Быстрее, блядь. Ну чё, блядь, ёбаный в рот, нахуй. Так нормально, блядь, не то впритык он проходит. Заехали на базу. Что-то тралы так и не пришли. Ну, Валерка, понятно, он в Орск уехал за экскаватором. А Паша-то где? На МАЗе. Хер знает. А для Ивеки трал ждут. Мазик-то, похоже, все на продажу его. Ставим в стойло. Так, ну все, приехали на базу. Время 8 часов. Дома, значит, меня ждет еще внучок, мой любимый. Так, смотрим, что у нас здесь по отчету. По отчету у нас пройдено 41 километр. Израсходовано 38 литров. 92,61 средний расход. Мы сегодня в пробках стояли. Вот опять чек загорел, блядь. Опять чек загорел. Загорело. Что у нас? Так, это тормоза. А вот баропресс, давление, чик горит. Ну все, ладно, что, глушимся. Ну еще это стрельнуло. Ну все, собираемся домой. Все, сгорела лампочка на правой фаре за 6 лет, блядь. Прямо вспыхнуло, как ксеноном, нахрен, и потухло. Блин. Так, ладно, сейчас в магазин заедем, тут круглосуточно здесь.
куплю лампочку. На ВЛР вытащить ее здесь на свету. Дальние-то хули есть. Это сгорело. Дядя Федя, удачки. Не замерзай. И не подводи меня больше. Вот она, блин, достал ее. 6 лет лампочка у меня проходила, и в Японии еще сколько, блин. А сейчас вот новые куплю, насколько их хватит, первого знаю. Наверное, брать, блядь, наверное, 2 придется. При одинаковые есть, такие нет у них. Погнал в магазин. Вот уже лампочка тут. Не отходя от кассы. Сейчас мы и заменим ее, постараемся заменить. Холодно только, блин. Ну вот, ставим теперь такую осрамовскую. Насколько хватит ее, хер его знает. Ну все, пока горит. Тут фара немного желтая, блин. Все пойдет. Все, а то я не люблю ездить, блин, с одноглазым. Не знаю, мне просто стыдно. Как некоторые ездят, не знаю, мне стыдно, блин. Поэтому вот сразу быстренько купил, и сейчас снова опять двуглазый. Так, надо сюда в магазинчик заскочить. Вот здесь, наверное, заеду. Потом, если что, выеду. Елисей. Что так, тоже магазинчик. Иногда захаживаю. Сейчас наберем водки, пиво. Придем домой и нажремся. Так, что нам тут взять надо? Кефира нет. Кефира нет. Вот так возьму. В общем, короче, взял бутылку молока, завтра что-нибудь молочное сварю. 2 пакета кефира, таких же, что сегодня вот в машине обедал. Вот. Взял булку хлеба, круглого черного. Чусовской он там или какой он называется. И сыр для каши. И все вроде, 250 рублей. Дома есть пельмени, солнышко вчера покупала. Она мне должна уже 2500 отдать. 2000 ей должны перечислить на карточку. Что я сегодня свои на солярку заправлял. И 500 рублей то, что я вам сейчас продуктов купил, блин. Этим солнышко занимается обычно. И у меня карманных денег-то не остается практически нифига. О, что-то сороковник поставили. Снег что ли убирает. Наверное, ночью снег будут убирать здесь. Солнышко трубку не берет. Наверное, звук выключила. Дима уснул. Все, чтобы никто не разбудил его. Дочь приедет, блин. Опять спать его ложили. Теперь я буду ночь не спать с ним. Бе-бе-бе-бе-бе. Вот еще один сороковничек. Снег будут убирать. Дошла очередь до автомагистрали. Ну все, заезжаем на стоянку. Вот он дом. У меня тут сонное царство. Тихо, тихо, тихо. Мужбанник. Мужбанник. Thank you.
Ну все, я дома.